за Роналду и Месси в Казань едет Неймар. Самый дорогой футболист современности выйдет на поле Казани-арены уже в эту пятницу. В 1/4 финала чемпионата мира в Казани встретятся Бразилия и Бельгия. У туристов Натали Турс начались сложности с заселением в отеле. Об этом сообщает Коммерсант. У компании сейчас задолженность перед контрагентами около 1 миллиона долларов. Шквалистый ветер, грозы и град прогнозируют синоптики сегодня. Гидрометцентр объявил об ухудшении метеорологических условий. Местами по республике и в Казани ожидается сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду.